Студенты Полоцкого госуниверситета стали победителями третьей Витебской областной межвузовской олимпиады «Наше право». Будущие юристы из ПГУ состязались с командами Витебского госуниверситета имени Машерова и МИЦО и одержали убедительную победу, набрав 84 балла. Второе место заняла команда ВГУ, третье – МИЦО. 18 апреля на базе Дворца детей и молодежи Новополоцка прошел отборочный тур городского смотра конкурса инсценированной песни «Нас песня к победе вела». Конкурс проходил в два этапа – музыкальные композиции в исполнении педагогов дошкольных учреждений и педагогов общего, среднего и дополнительного образования. По итогам конкурса жюри определит лучших из лучших, которые повторно представят свои номера на гала-концерте. В средней школе номер 12 Новополоцка для команд учащейся молодежи прошла мозговая битва на знание истории нашей Родины – молодежный квиз. Участники вспомнили важные исторические даты, географию, а также известных белорусов. Получили море позитивных эмоций и впечатлений.